И вот так каждый раз, мне как звукооператору, приходится очень часто и очень много писать этого замечательного мастера, народного артиста Туркменской ССР Сахи Джафарова. Он старается вложить в песню всю свою душу. Сложно его писать еще потому, что он никогда не повторяется. Каждый раз он поет свою песню по-новому, старается донести до слушателя каждый слог, каждую букву. Слоги, давай еще раз. Попробуем, если не выйдет, завтра. Благословите меня в путь любимый, в дорогу мечты моей всей жизни. Разлука сильнее каждого, не казните меня разлукой. А известный халупах научил петь.
слова. 15 лет занимался со мной 5 самых Афанасов. Прекрасный высший человек, непревзойденный и сам Борис, и большой народ народных тысяч. Многое я принял у музыкантов, и наш возраст полностью обрадовал. Фрита, Иева, Герман Балтия, Мухубалки и других. Я знаю, что наш облан наш имя. Конечно, сейчас зовут меня Майки Балтия. Thank you.